Здоровый образ жизни – залог успешного бизнеса. Выборгские предприниматели сменили деловые костюмы и офисные туфли на спортивную форму и кроссовки. Представители сферы услуг, торговли, общепита, дополнительного образования, спорта и туризма приняли участие в веселой эстафете. Идея родилась после весенней территории роста. Каждое утро фестиваля предпринимательства начиналось с городской зарядки на рыночной площади. Чтобы все-таки предприниматели могли не только в рамках своих бизнесов общаться друг с другом, но и своего рода такую создать команду Выборгского района, да, все-таки бизнес-команду. И чтобы сами предприниматели не чувствовали, что они конкуренты, а все-таки почувствовали, что они прежде всего соратники, коллеги и друзья, и что только вместе можно развивать свой бизнес и бизнес, соответственно, своих коллег. Запустить вместе с коллегами плюшевую ракету, поиграть в веселый теннис и ловко забросить как можно больше мячей в огромные штаны. Когда еще представится такая возможность? Выборгские предприниматели с удовольствием поучаствовали в веселых стартах. Конечно, здоровье самое главное. Никакой бизнес без здоровья невозможно вести. И мы знакомимся визуально, конечно, друг друга уже знаем, но да, сегодня знакомимся. Возможность, да. Побыть вместе, да? Да, очень интересные люди. Главной цели организаторам удалось достигнуть. В неформальной обстановке бизнесмены познакомились, продуктивно пообщались и выразили готовность в следующем году поучаствовать в фестивале целыми семьями. Не секрет, что во всем мире уже не модно конкурировать. Сейчас модно быть партнерами в своей сфере деятельности. И вот наша задача сделать так, чтобы наши предприниматели, предприниматели Выборга и Выборгского района почувствовали внутри своей сферы какие-то точки соприкосновения. Ну а спорт, как выяснилось, плотно вошел в жизнь выборгских предпринимателей. Занятия помогают держать себя в тонусе и бороться с отрицательными эмоциями. Когда я стала предпринимателем и большой темп работы, спорт как-то влился в мою жизнь как метод справления со стрессом и снятия перегрузки. Поэтому я несколько раз в неделю хожу на волейбол, мы занимаемся с детьми спортом рядом с домом. Поэтому это прям вот чем старше человек становится, тем более осознаннее спорт входит в его жизнь. В рамках фестиваля ЗОЖ прошли также мастер-классы фитнес-тренеров, тренинг по стрессоустойчивости, ярмарка товаров и услуг предпринимателей Выборга и района.